Ветеринарная служба Ямала предотвратила распространение африканской чумы. В ноябрьском свинокомплексе введен карантин. Сюда привезли партию свиней из Исетского района Тюменской области. По сообщению тюменских фермеров, там началась вспышка инфекции. От вируса в ноябрьске пало трое животных, после чего было принято решение утилизировать всю привезенную партию. Это 90 голов. Меры были приняты вовремя. Добавлю, что для человека африканская чума не представляет опасности.